Ладно, пора встретиться с Сейкой и идти к башне. Элой, сюда! Ну что, пойдем? Привет, я пришла. Так как нам попасть к башне? К ней ведут эти тропы. Выбирай. Ладно, пошли. Ты много знаешь о моем народе, но я о тебе не знаю почти ничего. Скажем, кого ты ищешь на подвиг? Одного беглеца. И все. Это твой ответ. Давай сперва доберемся до башни. Какая секретность. Мне не впервые. Вот как. Ну, я люблю себя испытывать. Раз хочешь, давай. Мужчина очень прочная. Кислота.
огнеблеск, только нестабильный. Может рвануть от малейшего толчка. Подземные руины. Интересно, что там? Руина одной из лав. Может, внутри есть еще фигурка? Здесь сказано, что фигурку украли. В ней было устройство снижения. И последнее ее известное местоположение — это подземная парковка. Thank you.
Если приручить этого загонщика, у меня будет хороший транспорт.
запись? Кажется, звук исходит из тех руин. Плохо планируешь. Посмотрим, что у нас здесь. Я вижу там орнамент, но как до него добраться? Тут есть данные. Согласна. Код. Этот подъемник не сдвинется. Значит, кто-то еще на них набрел. Лагерь как у Азирам. Есть ли другой путь наверх?
Только меня спасет. Thank you.
Водокрыл. На днях я видела, как башня расстреляла целую стаю. Бедняги упали в море к югу от конца флота. И я таких еще не видела. Башню надо уничтожить. Мы приближаемся к башне. Раз подобраться к ней я не сумела. Мы найдем путь. Там какой-то машинный отросток. Я таких не видела. Похоже на яйцо. А внутри машины. Она раскрылась! Их тут точно не было. Пойдем внутрь, но осторожно. Здесь нужны морозильные сани. Ого! Вот это махина! Чтобы попасть в башню, придется ее убить. Ну, раз так, вперед. Давай, покажи, Клад. Сейчас мы их перебьем! Откладывает яйца! Ну, чем больше, тем веселее.
брыкалась. Ага. Бой, что надо. Пойдем. Вход, который я нашла там. Будет проще. Прости, там было важное дело. У тебя есть что мне рассказать? Ну так вот. Надо будет предупредить патрульных. Может, вот-вот придет. Что не земля новая. Мне это знакомо. Это я заберу. Вернулась? Ну, пойдем.
сюда. У меня получится. Ты как, допрыгнешь? Легко. Дальше я не заходила. Не смогла придумать, как забраться. Погоди, я осмотрюсь. Должна знать, с кем мы имеем дело. И он, и мои сородичи на подъеме звезд. Это не случайность. Его имя Уолтер Лондра. Он Зенит. Ну, вы, Квен, назвали бы его живой легендой. Живой легендой? Но тогда выходит, что он прожил столетие. Ага. Окатильная волна. Ты не шутишь? Залезай, Сейка. Спасибо. Можешь открыть тот лаз? Попробую, когда буду поближе. Можно попробовать подтянуться к тому лазу. Раньше они меня узнали. Я выгляжу как одна из легенд. Но среди вас нет искателей, так что вам это не бросилось в глаза. Жаль, мы не встретились раньше. Мы бы столько успели вместе. Твое племя тебя, наверное, очень ценит. Вообще-то я с детства изгой. О. Сочувствую. Да мне одной лучше. Может, и тебе пойти своим путем? Я видела, как тебя встречали. Я моряк, верный слову, а не какой-то трус, прячущийся, как только начнется шторм. Ладно, не бери в голову. Еще другой путь.
Мы уже почти добрались. Долезем, подумаем, как ее отключить. Похоже, башня нашла еще одну мишень. Башня сбила еще одну. Скорее бы ее отключить. Смотрится вполне в духе Лондры. Ничего себе. Ну, что же нам делать? На такую верхотуру не залезешь. Давай осмотримся. Я никогда такого не видела. Как же нам с ней разобраться? Надеюсь, ты оценила мою башню. Для тебя ведь старался. Прекрасно. Послание от Лондры. Это чтобы ты помнила. В отличие от моих бывших коллег, я всегда на шаг впереди. Сейчас что-то будет! Сейчас будет стрелять нас! Прячься!